Привет, Шенк. Я хочу организовать вечеринку, но я не знаю как. Ты можешь помогать мне? Конечно. Что тебе нужно? У меня есть список. Вот что мне нужно для вечеринки. Отлично. Разве это список? Почему в списке есть компьютер? Потому что я хочу, чтобы мы посмотрим фильм на моей вечеринке. А разве у тебя нет компьютера? У меня есть лэптоп. Я налил масло на него, потому что я хотел, чтобы он будет быстрее. Ему нужен ремонт. Это было глупо. Я не хочу спорить. Мы нужно купить новый компьютер. Сколько это стоит? Около 300 для того, чтобы пользоваться компьютером, нам также нужно купить клавиатуру и мышь. Почему нам нужна мышь? У тебя нужна мышь, чтобы шелкать вещи. Я хочу смотреть фильм «Babe in the Big City». У тебя есть DVD? Нет, я могу скачивать фильм с интернета. Это легально. Я буду удалить фильм позже. Не важно, у меня DVD. Я зайти к тебе и дам ему тебе. Отлично. У меня есть все остальные. У тебя есть пиво? Ха-ха-ха-ха-ха. Много пива. У тебя есть пицца? Не важно. У меня есть пиво.